Да, Ром, я уже на месте и... Да, ну мы проследили за Димой Бигбаевым, за его машиной. Он приехал в ресторан какой-то. Ну, конечно, в гламурный столичный ресторан. Да, давай. Все, как будет результат, сообщу. Давай, пока. Пошли. Знали бы фанатки ее место расположения. Даже перекусить пошли. Кстати, между прочим, мы сегодня... Ой, господи, что мне упало? Вася, хорошо сидим, кстати. Не видно, не слышно. Кстати, у него сегодня последний день перед туром. Завтра они уезжают в тур. В мировой турне «Фабрика звезд». Поэтому сегодня последний день. Знаешь, их, в принципе, в Москве будет не застать. Поэтому у нас не то, что экскурсии, а мега-экскурсии. Их как минимум полгода не будет. А эти подруги, они, к сожалению, я ничего не понимаю, что происходит сейчас. А, да ладно, они ссорятся. Да ладно, из-за пацана, девчонки.